Праздник национальной музыки прошел в Черкесске. Свое мастерство демонстрировали около 40 гармонистов со всей республики. На встрече они играли всеми любимые мелодии, делились друг с другом опытом. Музыку гор слушала Шерифат Левшокова. В пятый раз собирались гармонисты республики, чтобы исполнить мелодии, дошедшие до нас глубины веков. Звуки, плавно переливаясь в руках мастеров, без слов говорили на языке, понятном каждому. Музыка всегда сопровождала горцев в радости и печали, будь это веселье на свадьбе или горечь от утраты на войне. Сегодня гармонисты выполняют важную миссию, вновь открывая людям старинные народные мелодии, как это делают прославленный Альбек Курачинов и молодой гармонист Султан Лагучев. Инициатором встречи гармонистов стал молодой музыкант Абасад Шхагошев. В июне прошлого года в социальной сети он создал группу единомышленников, куда вошли 60 гармонистов. Для начала моей целью являлось то, чтобы сплотить, объединить всех гармонистов нашей республики, и чтобы мы вместе смогли построить определенные проекты, планы, чтобы мы могли добиться определенных целей и задач. На сегодняшний день это у нас пятая встреча. Совсем недавно нас горячо и тепло встречал Хабесский район. По традиции эстафету нам передали абазинам. Сегодня абазины-гармонисты встречают всех гармонистов Карачаево-Черкесской республики. Весь вечер в зале раздавались мелодии народов республики. Карачаевские абазинские напевы сменялись черкесскими и ногайскими. Здесь же создавались дуэты и трио. Их исполнение могло взволновать самого взыскательного слушателя. Обмениваемся опытом, узнаем музыкальные предпочтения других наций, которые живут рядом с нами, знакомимся с культурой и искусством других народов, естественно, с личными достижениями каждого музыканта. Имя Мурата Табулова широко известно в республике. Потомственный мастер по изготовлению гармонии, он не мог не посетить праздничное мероприятие. Я хочу, чтобы вы все на будущее, чтобы ваши руки всегда не уставали, играли. У нас все вот, свадьбы, все мероприятия, которые проходят с гармошками, чтобы у нас дома всегда музыка играла. Согласно установившейся традиции, праздничная эстафета была передана карачаевцам. Теперь они проведут встречу гармонистов. Красивые традиции кавказских народов, неизменные ступени к ценности нашей жизни. Наша праздничная халва. По замыслу организаторов, в конце мая в драматическом театре Черкесска должен состояться республиканский фестиваль народной музыки. В исполнении виртуозов можно будет послушать любимые многими мелодии родной земли. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.